Здравствуйте. Меня зовут Карина, компания Ростелеком. Вы мне не могли бы уделить? Карина? Да. А вы в Москве? Можете уделить? Минуту можете уделить? Как я могу работать в маске на удаленной? А как я могу выделить минуту, если у нас режим строгой самоизоляции? У нас не настолько строгая самоизоляция. Ну, не знаю, куда не зайдешь, везде очень строгая самоизоляция. Даже каких-то иероглифы на полу рисуют из каких-то полос. Но это не иероглифы, это дистанция, у нас с вами дистанция очень большая. Да? Так все-таки вы в маске? Нет, я не в маске. Хорошо. А вы и не в перчатках. И не в перчатках даже? Да. Ё-моё, извините, да. Я от вас самоизолируюсь. Хорошо, до свидания. До свидания, всех хорошего, не валите.